Доброе утро, друзья! Сегодня я вам хотел рассказать о добром утре, но утро-то на самом деле оно не для всех доброе. Понимаете, что? Дело в том, что на пенсию мы уходим на 3, где на 5 лет, где на 10 лет позже. А в некоторых странах вообще пенсию для мужчин абсолютно отменили. Нас шантажируют всем. Ресторанами, сексом, любовью. Мы даже не можем стать отцами-одиночками. Мы даже не можем пособие, чтобы нам детские пособия платили. Нам никто алименты даже платить не будет. Это единичные случаи. И нас шантажируют жильем, квартирами. Родину защищать мы, да? Женщины родину не идут защищать. Мы должны защищать. Место в трамвае уступить должен. С какого перепуга я должен? Где? Вот и тут, и там везде теряются жизни. Тут на пенсию на 5 лет позже, в армию сходил на год, на 2 позже, в трамвае место уступил каждый день позже, в году 365 дней. Это то есть, получается, что минус каждый год. Минус каждый год. 34 года и 34 года минус, потому что я боюсь весь в трамвае. В трамвае я должен уступить. Дверь должен открыть, на горбу мешки носить я должен, везде носить. Ну сколько этот холодильник вот это пищит, сколько это все может. Ну это ладно, чтобы найти кого-то даже, я должен писать. Хотя я 5 лет теряю, могут меня, конечно, шантажировать ипотеками, алиментами, деньгами, сексом меня. Я знаю, чтобы кого-то найти... Я должен искать, опять же. Я должен писать, я должен предлагать, я должен платить, опять я должен уговаривать, я должен уламывать, я должен потом путевку купить куда-то, я должен в ресторан вести в дарман, я должен рестораном доказать, что я могу семью содержать. Везде я, везде все. Мужчина. И везде вот это все. Документы на вокзале проверяют у кого? А в электричках, а в поездах. В первую очередь, у кого подозревают? Что-то украли? Велосипед, мотоцикл украли, ботинки у кого-то вели. Кто первый подозреваемый, вы мне скажите? Пожалуйста. Везде, во всех смертных грехах. Во всех смертных грехах просто. Пособие, если мать-одиночка, она может получать где-то 15, может даже 20 тысяч рублей. Я не знаю сколько. Там еще за ребенка добавляют. Мне никто ничего не добавит. Мне никто ничего не заплатит. Мне никто ни подарок не подарит. Ни цветы мне никто не подарит. Никто ничего мне не сделает. Никто. Это такая наша сегодняшняя матрица. Нигде ничего. Я должен всем и каждому. Но мне никто зато ничего не должен. Это из-за того, что я родился мужчиной. И сейчас я сижу утром и думаю, а что, если был бы я женщиной? Ну, залез бы я сейчас на сайте знакомств, там тысячи предложений, и не сидел, и не ел бы я вот это, ну не могу я уже вот это есть, это уже жрать. Я хочу, чтобы меня в рестораны водили так же, я хочу путевку, чтобы шубу хочу себе, нормальную мужскую шубу, сапоги я себе так же хочу, сапоги, я хочу так же ходить в салоны, чтобы меня стригли, щипывали, штукатурили меня. Везде должен. Про смертную казнь забыл сказать еще. Смертная казнь в ряде стран, особенно еще даже когда там совок был, когда 90-е годы были, пока моратории не ввели, смертная казнь только для мужчин. Насколько можно стрелять? Вот только нас, потому что во всем мы виноваты. Видите, велосипед украли? Иди сюда. Чайник не работает, иди чини, ресторан открыли, иди влади, цветы иди покупай, сайт знакомств иди пиши туда, лайки там дари, и везде, все и везде, холодильник тащить на своем горбу зато, вот оно, говорили о равноправии, если говорить о равноправии, значит нужно и мешки пополам таскать, один мешок вы, другой ваша супруга тогда тащит, ну и тогда, это только тогда равноправие, или какая-то драка началась, там кто быстрее убежит или кто быстрее тогда отмахает. Каждый сам за себя. Ну это в таком случае, если уж такое дело пошло. Сейчас люди выходят на митинги куда-то. В первую очередь, кого там ловят, вы мне скажите, на митингах? Кому в первую очередь подходит? Пожалуйста. Задержание смотрю. Кого-то поймали, каких-то барыг поймали, которые продавали вещества, значит, штурмует спецназ. И там одна женщина была, и 10 или 5 мужчин были тоже. Они все в одной в этой хате были и барыжили наркотой. Мужиков в
пол туда, женщина. Ха-ха-ха, здрасте, документы я живу, покажу, веселый праздник прям. Хотя, как сказали, она это все, там чуть ли не самый главный организатор, а эти просто исполнители таскали это зелье в мешках, на горбах они на своих просто таскали, по телеку, я говорю, что сказали. А она там ходит, она улыбается, даже наручники никто ничего не, а эти лежат там. Вот равноправие какое-то должно быть, ну хотя бы что-то какое-то, потому что это, то, что сейчас это лжеравноправие. Я на улицу уже выйти боюсь, потому что на меня везде все, мужчина, он уже все. Поэтому я никуда не выхожу особо.